Здравствуйте, дорогие друзья. На библейский портал «Экзегет» пришел следующий вопрос от Ильи. Как церковь относится к подаче милостыни людям, которые могут работать на мафию? Было как минимум одно журналистское расследование. Получается, что давая им деньги, ты сознательно кормишь мафию, хотя людям, которые не от хорошей жизни этим занимаются, тоже что-то остается. Не лучше ли вместо этого пожертвовать эти деньги в какой-нибудь благотворительный фонд? Банки сейчас предоставляют такую возможность прямо из личного кабинета. Я понимаю, Библия писалась еще до того, как людьми, просящими милостыню, начал управлять мафия. С другой стороны, если откажешь такому человеку, а Господь все время спросит тебя, я послал к тебе нуждающегося, почему ты не помог ему. Вопрос популярный. Спрашивают часто. И еще добавляют один. Под вопрос. А, они ж пьют, они ж ведут социальный образ жизни. Вот я сейчас денежку дам, а они и возьмут ее, и пропьют. Может, не давать. Что делать? А, сейчас на самом деле бездомных, которые работают на мафию, это практически, наверное, не осталось. Они сами по себе уже. Какая-то отдельная мафия, и попробуют только. Попросить начать просить милостыню где-нибудь. У Павелецкого тебя не их крыша прогонят, а там, они же сами тебе пинков понадают. Хотя, не знаю, может быть, сейчас в Москве не особо-то и просят где-то милостыню. Но бездомные есть и множество социальных отделов. При храмах, при синодальном отделе. Московской Патриархии, занимаются их кормежкой. И если вы хотите по-настоящему помочь конкретному человеку, станьте волонтером этой церковной организации. Приходите, кормите, помогайте, если можете просто принести продукты или деньги на эти продукты в этот монастырь, занимающийся социальной деятельностью или в конкретный синодальный отдел по социальному служению и благотворительности. Если же речь идет э, о том, что вы вот сейчас идете по улице, видите человека, который вроде бы просит, ты вот вспоминаешь заповедь Спасителя, что просящему у тебя дай, э, но ты сомневаешься, пойдет ли ему это на пользу, купи ему еды, и пусть над ним будет сам Дон Королеона стоять, все равно еду у него никто не заберет. Летом нужна простая вода, э, горячая пища нужна зимой, теплая одежда никогда никому не помешает. И самое главное, ничего сложного в этом нет. Дружище, вот, держи тебе, чай вынес. Ему еще приятно будет, что в нем видит человека бездомным, нуждающимся не так даже важна еда, которую в принципе как-то раздобыть можно, как важно понимание того, что в нем еще видят человека, образ Божий, что с ним могут заговорить и не кинуть подачку, а по-человечески сказать, Друж, дружище, держи тебя, Хачапури, держи тебя какой-нибудь бутерброд шаверму, шаурму, кофе. Что, сложного? Да, думать, что им только вода нужна и хлеб? Купите хорошего кофе бездомного. Скажешь, лучше бы денег дал. Но если вы думаете, что над ними мафия, и деньги отберут, то купи человеку поесть. Если сердце не лежит к этому человеку, прям вот не хочешь ни еды ему покупать, ни денег давать, вот видишь какой-то профессионализм в его речах и поступках. Ну, пройди мимо. Есть в древнем апостольском письменном памятнике Дедахе такие слова. «Пусть милостыня запотеет в руках твоих, вот, перед тем, как отдать ее». То есть речь идет о том, что надо хорошенько подумать перед тем, как кому-нибудь помочь. Ведь вдруг нуждающийся, не нуждающийся. Но помните еще историю, я уже не помню, с кем из наших старцев и с нашим, или, может быть, даже не с нашим, о том, как, может, Филарет вы что ли, к нему пришел Один человек, одетый в рубище, тот не дал ему ничего. Приехал человек, одетый богато, на собственном коне, тот дал ему много денег. Братья смутились, спрашивали потом, почему так. Говорит, потому что тот, кто был одет в рубище, он человек состоятельный, просто решил еще и наживиться на мне, обманув церковь. А этот человек был богатым купцом, и что-то у него осталось, он потерял все свои деньги, корабль, потерпел кораблекрушение, и... Эти деньги помогут ему закупить новый товар, выгодно продать и, и с легкой перекрыть потерю и даже их вернуть впоследствии. Поэтому, с одной стороны, мы по одежке встречаем, с другой стороны, нам бы иметь такую рассудительность, как у этого святого. Можете в комментариях написать, как же его зовут, история известная, может быть, найдете ее и сами почитаете в оригинале. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.